Где и с кем он сейчас? Я давно не появлялась. Ну, так получилось. У нас тут очень тепло. Арбузы, яблоки, сливы и дыни. Море черное и ротавирус. И пришлось чуть-чуть заболеть. Что чуть-чуть пришлось заболеть. А теперь загадывайте человека, о котором думаете, где и с кем он сейчас и что у него. Где сейчас? Человек перед каким-то выбором. У человека есть. Ну, любит он смотреть на женщин. Но тут идет какой-то серьезный выбор. О чем выбор у человека? У человека идет выбор выбрать силу женскую, которая не просто коня на скаку остановит, а горящего льва разорвет. Что здесь у нас сейчас у этого человека? У этого человека, знаете, он себя внутренне ощущает императором. А почему он так себя ощущает императором? Сейчас мы по других посмотрим. А потому что ему кажется, что его колесо фортуны крутится только для него. Это у него такое сейчас состояние. Почему? А рядом ходит судьбинушка. Дьявол не дремлет. Понимаете, человек, который заглядывается в щелочки, заглядывается на белых, на рыжих, на черных, на седых, на старых, на молодых. И тут идет действительно дьявол, и дьявол о том, что этот человек за деньги и матушку иногда может продать. Вот тут такой человек идет. Не будем конкретно обо всех, но некоторые из них такие есть. А дьявол рядом с ним стоит, и дьявол рядом с ним чудит. Поэтому он так считает, что сейчас все в его власти. Почему все в его власти? Вот тебе и напасти. Дьявол и сразу луна. А ничего у него в его власти. Этот человек под воздействием дьявола, под воздействием каких-то сил, под воздействием своего одурачивания и отумления. И остается только лаять на луну, выть на луну. Луна. Воздействие. Энергетическое воздействие, колдовское, у каждого по-разному. Ну и давайте посмотрим. Еще будем смотреть на другую, где и с кем он сейчас. У некоторых будет там, где держит в руках то, что может пух-пух-пух-пух-пух-пух. Говорю или аллегорически, чтобы ничего не заблокировали. Или находится там, где много людей. И у человека все равно выходит, что у человека какая-то беспорядочность в душе, у человека беспорядочности в отношениях какие-то. Оно может быть не обязательно физически, оно это может быть и на уровне эфира, то есть интернета. Люди смотрят всякие вот эти вот суси-пуси, муси-пуси и все прочие переписки. Здесь какая-то беспорядочность. Почему у человека на данный момент какая-то беспорядочность? А потому что он сейчас считает, потому что где он находится и вообще как его жизнь течет, что пусть будет так, как будет, потому что лучше получать какие-то удовольствия от жизни, нежели закончить эту жизнь и ничего не получив. Где он сейчас? А сейчас человек встречает, хочет встречать восход. Очень хочет встречать восход. Но у человека в голове страх от грибов. Понимаете, такие грибы, что это за грибы? Человек хочет, знаете, в каком-то месте находится, не очень для здоровья и для вообще жизни не очень благоприятное. Он очень хочет вернуться к семье, к своим близким, к своим деревьям, к своим мыслям. Где он сейчас?
Он очень хочет пирожков с капустой, образно говорю. Вот что такое, кто-то хачапури, кто-то пирожки с капустой, кто-то борщицка с салом. Ну, что-то такое каждый хочет по-своему. Потому что человек, знаете, променял жизнь на изобилие. Изобилие то, которое незримое, которое иллюзорное. А теперь он понимает, но сделать ничего не может. Что с тобой сейчас, милый мой дружок? А сейчас у него просто смирение. Он смирился с тем, что, ну, что в его жизни произошло. А давайте посмотрим, а вас-то он, что он о вас думает? Потому что мы смотрим, и вы смотрите на него. У человека очень тяжело на душе, очень. Рядом с ним, сзади, да, я вижу дьявола, рядом с ним, сзади и коса. Что он о вас думает? О вас он думает и во сне думает, что вы олицетворение мира, радости и счастья, вся в белых одеждах, со свечой в руках. Закрываю карту, а то мне один раз уже заблокировали. Женщина, которая дает умеренность, то есть как поток воды. Не буду ее сразу убираю, потому что уже было такое, что видео заблокировали. Что он думает о вас? Вы для него женщина, которая являетесь императрицей. Он и себя считает императором. У кого-то, возможно, это ваш муж, у кого-то ваш любимый, у кого-то просто человек, которого вы уважаете. Что он думает о вас? Этот человек, если не связан с узами, с вами, то он бы этого хотел, независимо от того, какие обстоятельства в жизни. Принимаю, приобретаю. Жизни радости всем желаю. Да будет так. Все мои контакты в шапке профиля, пожалуйста, по ссылке переходите. Также есть все в описании. Пишите Viber, WhatsApp, Telegram или в Директ TikTok, если вы хотите личной консультации и предсказаний. Мои консультации всегда верны.